Я человекоподобный робот Алекс. Я умею общаться с людьми, выражать им. Приглашаем вас третьего. Человекоподобный дроид. Мы его называем робо-си. То есть это абсолютно антропоморфный робот с реалистичной кожей, с мимикой, с шевеляющимися руками и торсом. Это робот, который способен, ну, уже делает и способен интегрироваться с информационными системами, наполняться там речевыми модулями. Это робот-консультант, робот-администратор, МФЦ, центры занятости населения, отели. То есть робот, который регистрирует, консультирует по вопросам, направляет людей, печатает талоны. Там, при интеграции там, с информационными системами там, он создает там, карточки клиентов и так далее. Ну, я думаю, что в каком-то обозримом будущем, вполне себе, ну, на нашей жизни, это будут уже роботы, как, например, в фильме «Я робот». То есть робот, который сходил вместе с тобой в магазин, принес сумки, разобрал вещи, там, включил свет и так далее. То есть мы, пока это больше, ну, сервисная история на производствах, то есть там в госучреждениях, но пока еще нет, это вне дома. Но я думаю, что к этому тоже, то есть на нашем веку еще это уже будет. Что вы имели в виду? Я вас не понимаю. Занимаются разработкой реалистичной внешности. Робот может иметь внешность.